Всем привет! Меня зовут Антон Михайленко, и я приглашаю вас в мир иллюзий на телеканале «Мир-24». За последние 10 лет своей активной кинокарьеры его фильмы суммарно заработали более 4 миллиардов долларов. На этой неделе знаменитый англо-американский режиссер Кристофер Нолан отмечает свой юбилей. 45-летний Нолан на сегодняшний день является одним из лидеров рынка производства масштабных фантастических блокбастеров. Первый его коммерчески успешный фильм увидел свет в 2005 году. Картина «Бэтмен. Начало», несмотря на тавтологию, стала началом звездной карьеры именитого режиссера. Следует отметить, что в своих интервью Нолан многократно заявлял, он увлекся кино благодаря фильмам Джорджа Лукаса. «Звездные войны» в возрасте 7 лет произвели на него неизгладимое впечатление. 5 лет спустя, пополнив свое портфолио еще 2 успешными картинами «Престиж» и «Темный рыцарь», Нолан наконец обращается к задумке, которую вынашивал ни много ни мало 10 лет. Картина «Начало» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Мы создали мир снов. Помещаем объект в сон, и он наполняет его секретами. Увлекательный триллер, в основе которого лежит идея осознанных сновидений. Мы знакомимся с командой профессионалов, которые ставят перед собой амбициозную, практически невыполнимую задачу – внедрить в мозг известного бизнесмена идею о развале бизнес-империи своего отца. Но, как говорится, чем сложнее задача, тем больше куш. Не останавливаясь на достигнутом, Нолан выдает хит за хитом. Его имя уверенно становится синонимом качественного фантастического кино. Последняя его работа «Бэтмен против Супермена» еще до премьеры вызвала бурное обсуждение в интернете. Гнев. Ненависть делают нормальных людей жестокими. Сюжет картины, которая выйдет на экраны в марте следующего года, до сих пор хранится в строгом секрете. Известно лишь, что 2 величайших героя 20 века, Бэтмен и Супермен, займут разные стороны баррикад. С другой стороны, уже одного этого факта хватит, чтобы посмотреть эту увлекательную историю. Черный и синий. Бог против человека. День против ночи. Красные плащи идут. На сегодня все. Смотрите хорошее кино в хорошей компании. С вами был Антон Михайленко и «Мир иллюзий» на телеканале «Мир-24». Не переключайтесь, ведь с нами интересно.